правительство, все федеральные ведомства, естественно, которые в этом участвуют, профильный комитет Государственной Думы, рабочая группа, о том, что мы будем переводить сферу строительства как право заказчика на конкурс, хочет, делает конкурс, хочет, делает аукцион, но при этом, коллеги, при этом как бы несколько моментов. Первый момент, почему мы это делаем и почему мы считаем это правильным. Первое, потому что у нас с вами конкурс, это не тот конкурс, который был раньше, когда у нас были субъективные критерии, субъективных критерий у нас больше нет. 285 акт правительства, там только количественно измеряемые критерии, цена плюс, соответственно, квалификация по количеству исполненных контрактов. И вот эти изменения, чтобы это распространялось не только на особо опасное строительство, но на все строительство, сейчас уже внесены в правительство, сейчас будет поправлено в этой части 285. В сфере строительства не будет никаких, естественно, неизмеряемых критериев, они все будут исключительно количественно измеряемые, эти критерии. Второе, у нас с вами конкурс теперь электронный, совсем другое дело. В-третьих, как бы стройка перейдет на конкурс тогда, когда будет принят оптимизационный пакет с точки зрения того, что будет введено согласие не только на аукционе, но и на конкурсе. Вы знаете, что с 1 июля было введено согласие на сферу строительства на аукционе. Так вот, для того, чтобы перейти на возможность проводить в том числе и конкурсы на строительство, для этого тоже там должно появиться согласие. Вот по всем вот этим совокупности факторов мы считаем, да, это хорошая возможность, и, пожалуйста, у заказчика будет право аукцион проводить или конкурс проводить. Это будет нормальная конкурентная среда. Вот, поэтому в данном случае мы это все посмотрели, обсудили, посчитали, что это хорошая история. Ну и плюс, как бы каждая компания будет рассчитывать на себя, не на то, какую цену дал его конкурентам на аукционе, и вот что нам надо обязательно снизиться, чтобы победить. А, пожалуйста, ты даешь ту цену, которую считаешь нужным для себя, исходя из своей себестоимости, исходя из своей маржи. Вот ты, в общем-то, отвечаешь за то предложение, которое ты сделал при заключении контракта и при дальнейшем его исполнении. Вот, коллеги, тоже важное такое новшество, которое будет реализовано в зависимости от того, когда будет принят оптимизационный пакет. Если он будет принят сейчас в июле, то данная норма вступит в силу с 1 сентября. Если он будет принят не в июле, а отнесен на сентябрь, ну, значит, данная норма будет вступить в силу чуть позже, после принятия оптимизационного пакета, да, когда появится согласие на конкурс, на строительство.